Друзья, привет! Ну, наконец-то теперь я могу уже проанонсировать новый свой ресурс, сайт, где будут размещены все события по йога-турам. И благодарю Машу за помощь. Сейчас покажу все. Я потихонечку заполняю свой сайт. И все мои события теперь будут, прежде всего, выставляться здесь. Вот я открываю, что у нас ближайшие события актуальные. Так, Алтай, Шри-Ланка, Дахаб. Я еще, конечно же, не все выложил. Ну, вот ближайшее, самое ближайшее, это Дахаб будет. Вот можно посмотреть со 2 по 11. Следующее интересное событие будет йога-тур на Шри-Ланку. Можете... Я там потом я сделаю ссылочку, посмотреть. Здесь вся информация, фотографии, отзывы участников. Уже это не первый тур у нас с Настей, Машей. Вот сейчас покажу. Внизу мои помощники, организаторы. Дима, Маша. И вот, приглашаю в йога-тур. Немножечко в том месте, которое я сейчас, где я сейчас нахожусь, это место кэмп называется, аквариум кэмп. Вот там у нас Израиль, то есть Таба и Израиль. Напротив Иордания, Саудовская Аравия. Я на территории Египта. Здесь я провожу мини-ретриты в рамках йога-тура в Дахаб. Вот кто в йога-туре в Дахаб будет, мы вот здесь будем. Вот наши домики. Вот они. Сейчас против солнца. Вот такие соломенные. На первой линии. Ну, здесь же я и пока вот переехал из Дахаба, здесь же и работаю.